Тюркские страны будут и впредь поддерживать Азербайджан, заявил генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Тюркский совет, Багдад Амреев, выступая в субботу на третьем заседании ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Тюркского совета в Баку, передает канал 13. Он поздравил Азербайджан с освобождением земель от оккупации. «Очень рады, что Азербайджан освободил свои территории. Мы, тюркские государства, выражаем свою солидарность с Азербайджаном», – сказал Амреев. В ходе своего выступления он отметил, что Тюркский совет разрабатывает дорожную карту для развития сотрудничества с тюркоязычными государствами. По словам генсека, развитие связей между медиаструктурами тюркоязычных государств является одним из приоритетных направлений. «Во время Карабахской войны мы стали свидетелями того, как ее активно освещали медиа тюркских стран. Мы и далее должны предпринимать совместные шаги в этой сфере», – подчеркнул Багдад Амреев.